Всем привет, это продолжение партии за Мали в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. А также напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». Что ж, приятного продолжения вам просмотра. Давайте Виктора в Сегу. Универ. Вот такая, значит, дружба. Да мне просто больше некуда его посылать. Я только твой можешь город через вижу. Через мои границы пройти, найдешь грека и к нему посылай, будет то. Для этого будет нужна дружба, проходы и так далее. Ну так на. На. 80. Вперед так. С песней. И два хода. Может, театралочку все-таки одну бахнем. Гавань до сих пор не открыта, блин. Священное место хорошо встанет. Дальше. Создание строительства, чудес света, урбанизация. Так, два хода. Ну. Религия, конечно, вряд ли. Я, конечно, пойду сейчас австралийца. О. Ну что это за эти? Началось. Грек, союз продолжает? Да, конечно. А где я купил еще один самолетик? Да. А вот он. Ну тут отходить надо, конечно. Да, тут у этот. Я понял, почему он атакует. Господа, смотрите, там Лёша идет в эту победу религиозно. Так что у кого есть религия? А никого не смущает, что австралиец меня забирает? Я буду сражаться до конца. Мне кажется, Лёша это не самая сейчас главная проблема. Да не, все против Лёши. Там давайте проголосуем, чтобы Лёше было хреново. Что такое у Лёши, что у него? У него ничего нет сейчас. Ну. Религия, у нас немец. 5 религий, если не больше. Немец предлагал бы быстрее принять мою религию, чтобы избежать победы религиозной.
Как ты на это смотришь? Задумайтесь, как его остановить? Я тебе даже просто так отдам твоего шпиона. Ты согласен на такое? Спать тут надо. Австралиец на счет. Хорошо. Кто там кому шпиона хотел отдать? Вы считаете, какая-нибудь третья сторона? Немец, я тебе возвращаю шпиона безвозмездно, а ты при этом принимаешь мою религию. Ребята, посчитайте нам, пожалуйста. Раз, два, три. Так, я открыл. Открыл. Покупаем бомбардировщик. А, я не могу, потому что у меня здесь так. Перебазировать. Бомбардировщик куплен. Он тут купил рабочего, но мне на. Я думаю, что этим следующим ходом, по идее, должен этот. А, давайте еще здесь купим. Какой-нибудь быстрый юнит. За веру. 4. А, ну у меня только всадники Мандекалу. В общем-то. Так, здесь... Не, аэропортов мало. Ну, по идее, добегает. По идее, добегает. Да, и город забирается, если что. Нормально. Так, мне, знаете, что надо в стали варенье в первую очередь. Я готов. Все готовы? Почему? Австралиец. К войне. Да-да. Австралия берет войну. Раз, два, три. Ну захватывай. Нормально, нормально. Слушай, а рабочий куда делся твой? Хороший вопрос. Не знаю, удалился. Странно. Я думал, что он останется.
Так, покупаем еще одного мандекалу. О, рурку я построил. О, я в золотой век вышел. Отлично. Это здорово. Так, задействовать. Ага, там были эти. Так. Давайте мандекалу на всякий случай еще тут прикупим. Алексей, предлагаю. Я, к сожалению, не успеваю. Дарик, почему твои планы летают возле моей брони? Угадай. Это туристы. Я готов. Я готов. Австрал готов? Да. Раз, два, три. Пожалуйста, прям. Насчет того, чтобы ты подвел через мои границы армию, чтобы оборонять. Я потом тебе заплачу чем-нибудь. А, оборонять кого и от меня чего? Меня от грека. А где он будет нападать? И у меня... Ты видел эту борду? Да. Где-то между этими двумя городами. Горга дохрена ли меня? У меня такие войска, что... Блин. Хоть что-нибудь. Ну, давай. Делать нечего. Отлично. Слушай, австралиец, может, мы как-то договоримся? Я тебе, может, лучше буду алюминий давать? Потому что мы тут сейчас завязнем в войне. Мне это очень не нравится. Ну, сколько ты не будешь алюминия давать? Ну, у меня у самого два источника. Вот один, который в Алдагосте. Просто пополам. Я один как бы себе. То есть два алюминия... А, ну я вход не могу дать. То есть тебе постепенно там сколько-то алюминия буду давать из расчета два алюминия вход. То есть я так понимаю, что у тебя алюминия нету вообще, так? Да, поэтому... Потому что у меня есть алюминий, и из-за того, что у меня 500 золота вход, я каждый ход сейчас буду покупать бомбардировщики. Ну да, давай и так. А если я буду покупать бомбардировщики, то я тебе уже алюминий никогда не дам, просто потому что он мне нужен самому себе. Так что давай, я забираю этот город и даю тебе там два алюминия вход. Ну да, давай. Теперь, конечно, вопрос, когда у нас дружба закончится с Конго. Мне надо Конго забирать.
Я уже молчу, что у тебя по лояльности отваливается этот город. Типа, не самый лучший вариант. Отведи юниты, пожалуйста, мне алюминиш обработать надо. Так. Так, так, так. Да, мы поняли, там какое-то еще было предложение. Японец сделка. Право прохода. Леша, а ты не можешь уже следующим ходом два алюминия дать? Ну, если мы мир заключим... Мы можем заключить мир следующим ходом? А, точно. Вот в этом проблема, а не в том, что... Я, пожалуйста. А что, у Конга не было алюминия, чтобы на него не напал? Ну, я не вижу из того, что разведано. Вообще, я вижу алюминий только... Я один... Там грека. Худно по алюминию у нас. Ученых забаним. Да, давайте ученых забаним. Сто процентов к индустриалкам? А ты что, еще не все там построил? Да. Я за развлекательный район проголосовал. А кто вылетел? Иван. Так. Не начисляются очки ученых. 100% к производству зданий в развлекательном комплексе. Так, надо что-то с губернаторами разобраться. Мне еще кажется, что мне на японца надо будет нападать. 6 ходов. Я думаю, надо нападать на японца. У японца с кем-нибудь союз есть? С Конго. Здорово. Так, а во что апаются эти ребята? В рыцарей, по-моему. Ой, в кирасиров, да. Кирасиры. Австралиец, я предлагаю, как мир заключим, союз заключить-то как? Давай. Австралиец, прими, пожалуйста, обмен. Четыреста двадцать три перикл, а? Перикл харе и 317 культуры. Ну ладно, культура-то еще там горга есть. Но наука, перикл. Да-да, Леша, я понимаю твои планы. Какие планы? Я хочу дружить с тобой. Сейчас увидели перикл, да? Да не, он раньше все на уровне шел. Леша, сейчас, прошу прощения, надо 10 секунд.
Да, что ты такого моментально сделал, что тебе так наука не становилась? Я вам так скажу, у него горы хреново... Все вернулся. Не, горы горами, это там очень много гор, это во-первых. А, это во-первых. Во-вторых, алькасары у него дают дополнительное, как это называется, науку. У него там престиж высокий. А что, тут тоже не... Раз, два, три, четыре... Во-первых, надо высадить ему Убера с Вавилона и пересидеть. Не дотягивается до Гау, прикольно. О, у всех рассинхрон. Нет, у меня нет. Очень странно. Так мы с тобой дружим, Лёша? Да, да. А, тут универы построены у меня. Так, может мне в химию выйти? Нафига мне стали варенье? Химия? Наше все, и ракетостроение, в общем-то, космопорты поставить. Лёша, почему не даешь право прохода? Так а зачем? Магнуса прокачать уже тогда, или Пингалу пока. Давайте Магнуса. О, Лян не назначен, Лян в Аудагосте сидела, да? Так, блин, надо с губернаторами, надо где-то... Тут покупаются районы? Где я могу районы купить вообще? Нет, нет. А, пригороды, кстати. Давайте пригороды купим. 480 пригород стоит. Так, здесь. Здесь не надо. Фабрика работает. Тут угольную надо тоже сделать. Но Ньяни и так растет. Сколько бомбардировщики? На 10. Надо поразмещать их по городам. Так. Так. Дальше. На один район больше позволяет построить. Вот давайте в Уалате. Организуем. Леша напал на Перикла, так понимаю? Нет. А, хотел уже поддержать его. Перикл, ты на меня напал? Нет. Кто на кого напал тогда, блин? Я на японца напал. Конга? Нет, Арши. Горго. А, Горгона японцы, хренаси.
всем нравлюсь. А, тьфу ты, да. Да. Что-то я не успел. С японцем. Получается. Ну что, давайте тут аэродром тоже построим. Нет, здесь бы я космопорты строил, чтобы до них не добраться было. Все, японцы на тебя нападают, да? Типичный из них, этот раз тоже нападает. Самурай. Еще не вовремя вулкан был, бандал, блин, все разрушил. Где Катакуин? Не, не буду строить. Фиона. Сделаю. Немец, хочешь скажу хорошую новость? Какую? Мы с тобой единственные, кто не влияет на природу. Вот это же. Я не влияю, это понятно, потому что у меня угля нет. Мы самые экологичные. Почему? С тобой. А я просто... Австралиец, грек. На самом деле, просто еще не успел построить. Что это за звук был? Или чихнул кто-то, или что-то другое. Не, в Каринф давайте. Лёш, ну принимай тогда дружбу. Танках нападут. Рикал, а ты на кого-то нападать собираешься, нет? Ну, пока нет. Ну, Рикал, вариантов нет. У меня тут... у меня союзник грек, и у нас проход в одну клетку. Да чё на меня нападать, когда есть Мирлит. Конго, ты серьезно? Австралиец, дружбу принимай. И союзик. Блин, что-то очень быстрый таймер, честно говоря. Не знаю, всю игру как-то...
Я, конечно, тормоз, но он очень тоже быстрый. Понимаю тебя. Австралиец, союз, прими, пожалуйста. Мне просто надо посмотреть, куда караваны выгоднее посылать. Пойдем, видимо, в следующую войну. Искать алюминий в другом месте. Да, согласен. Перекол предложение. Ну, наверное, три бомбардировщика. Достаточно. Теперь давайте миссионеров. Будешь должен. Греку отправим. А что Орсак Хас делает? Почему бы не построить, если есть возможность? Блин, у меня столько производства простаивает просто. Ну, втыкайте там городов, чтобы таймер подольше был, это вообще жесть. А с таймером беда. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, долетает. Тогда нормально. Отсюда раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Не очень. Пока так. Меня как не наблюдаю, уже расстроен. Австралиец, давай как-то поделим Конго. Либо мбан за Конго тебе, все остальное мне, либо наоборот. Мбан за Конго мне, все остальные города тебе. Как ты удержишь мбан за Конго по центру их городов? Он же отвалится. Ну, как ты видишь, пока твой город отваливается. А удержу я, потому что там много жителей будет. На самом деле, потому что я на японца буду нападать. Это все города у него видишь? Я просто... Да, все города. Ой, Мамза Конго вот это, Мпинда и Киша. Такие названия смешные. Ща, подожди. Мбан за Конгом, Пинда, Мбамба и Мбвилла. Хватит ругаться. Еще два.
Я бы, наверное, взял все, кроме Стольни, но я, если честно, не представляю, как ты будешь. Ну, хорошо, договорились. Что-то Стольня моя. Ну, подожди, давай я сначала посмотрю, что там за ресурсы. Вдруг там алюминий в Стольне. Нет, там, там нету алюминия. Не, жалко. После захвата столицы ты можешь идти. Можешь бежать. Нет, защищайся. Там вряд ли он защитится. То есть он тот самый отсталый из всех. Американец, так мы договорились или нет? Я так и не понял. Ну да, договорились. Ну нет уже тут алюминия. Нету. Ну я могу юнит Конга обстрелять. Капера нельзя обстреливать, что ли? Так, давайте в Кумбисалей в Тимбукту посадим. Смотрим, тут есть что еще купить? Нет. И здесь тоже нет, да? О, банк. А, ну конечно. Центр коммерции у меня же покупается все. Ну, пригород. Нет смысла. Так, значит, пересаживаем. Лян. Давайте Вуалату. Рейну. Тимбукту. Нет, Кумбисале давайте. И Мокшу в Тимбукту. А вот у кого есть хотя бы примерно столько же науки, сколько и у пер... Четыреста тут нет ни у кого. Не, ни у кого, ни у кого, он впереди. Ну вот самый максимальный у кого, кроме Перикла? У Австрала. А, понятно. Я потом зайду, посмотрю, что же он такое интересное сделано, даже интересно. Он очень резко, просто 200 науки нет. Да в ГГшке, наверное, поотправлял. Ряд. Вавилон же дает там плюс науку от ЖД. Вы не забыли это? Да, надо губернатор какой-то. Науку за каждый шедевр. Вавилон плохо. Помните? Лучше Вавилон. Слушай, я сейчас снесу Вавилон, Грек. Да, снеси. Да у него, по-моему, будет вообще минус 200 науки где-то. Да, у меня надо делать. Я вам сейчас скажу, ну, что. Мы Вавилон что-то проспали. Ребят, у него он еще мою ГГшку захватил с Юзерзенску. Что он захватил? Он захватил ГГшку, которая была моим Сюзерн. Просто рассказывай. Какой ужас. Гранада. Не понял, а где мой? Так, минус 2 и 3 это нормально.
у Греха где-то 23-24 шедевра, можете это на 2 примерно получите, сколько у него нужно. Да, иди, спасибо за игру. А кого отпускают? Конго. Че, он совсем уже? Ну, он столицу потерял. А, не знал, извините. Да, тебе тоже. Ну, надо сейчас уже объявлять войну. Пока. Пока. Горло, прими предложение. Перикла есть уранг. Так. Блин, надо как-то не тормозить и больше миссионеров отправлять. Что это за мисклик? Бля, ну какой-то мисклик вообще, трындец. Я должен был ногою захватывать, какого хера он туда побежал? Просто охренеть. Так, поделом следующим ходом, наверное, да? Придется еще летучий отряд покупать. Копила коммерцию, ну вот.
Корга, то, что у меня там этот скаут на твоей территории, тебя вообще не смущает, да? Я смотрю. Так, сейчас не спешим. Не спешим. Воу, кстати, прикольно, впервые вижу минус за мировое влияние. У кого-нибудь идет минус к мировому влиянию? Я встречал, но у меня нет. Посмеиваешься. Ты бедный грек, как тебе может захватить город? А я не могу. У меня просто нет селитры, я бы давно крессировал бы ап, но... Столько юнитов убилось. Где моя нефть? Ой. Блин, Вавилон не захватил. Это я очень зря. Это греку куча. Блин. Ух ты, ученые дают. Вот этот бы ученого, конечно. Заполучить. Алексей, можно мою дозу, пожалуйста? Тупыч. Что можно? Дозу алюминия выбить. Ща. Так, ну надо проекты, видимо, фигачить теперь. Блядь, что против меня все? Что это за... Ну, предательство Японии, это ладно, но вот... Банзансунди. Неприятненько. Воу-воу. А, я думал, я что, один буду сражаться? Не, я так не хочу. Интересно, наверное, не должен отваливаться по лояльности.
А если чудо утонет, отнимут ли очки, которые дают за его постройку? Вроде как да. С груз. Немец, помоги. Мне до авиации улучшенные 3 хода. А потом что будет? А потом я смогу что-то сделать. Против меня или против кого? Против грека. А, долетит твоя авиация. Вот это настрой. Такой, блин. Там. Чувак говорит, я сейчас тебе помогу, говорит, да ну ты какое-то говно помогаешь. Какая-то фигня. Не то. Приводи что-нибудь получше. Я не понял смысла. То есть Леонора объявляет войну и просит немцев помочь. Я просто проголосовал за Крис против тебя. Я не знал, что автоматически войну объявляют. Точнее, я забыл об этом. А зачем ты за кризис против него голосовал? Я думал, что меня поддержат люди. Спросите людей. Ну, я думал, это очевидно. Ну, ладно. Ну, ладно, моя вина. Не, Грег, я не собираюсь воевать тогда. Не бей меня. Ну, попроси. А скоро там Вавилон захватят? Так я уже захватил. Я так скажу, скоро он Францию захватит. Ну, и без Вавилона у него 370 науки. Ну, у тебя тоже 330. Ну, я думаю, ты Конго захватишь, у тебя тоже там нормально станет. Ой, а чё это? Грег, Нагоя и Сидзуока моя точность. Там будешь влазить, я просто буду твои юниты убивать. Нет, будет ты не успеешь, это все уже. Что? А я веду дело к немцам и говорю ему, что уже все, конец. Что? Ты вверху города? Ну, смотри, он взлевет меня. Или кто-то спрашивает. Я сейчас пойду. Пойду аккад еще захвачу, наверное. Я сказал, что надо будет дождать твоей помощи. 2 хода. Но Тулуза уже сейчас пропадет. Ну что я не могу сделать? Я просто раскатываю. Блин, 11. Да, что-то надо... Хотя бы вот так, что ли. Так, он пошли в уран. Еще Хатуса тут есть.
Блин, в Хатусу надо отправить. На этом пока все. Спонсоры канала могут увидеть продолжение прямо сейчас во вкладке «Сообщество», а для всех остальных продолжение выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!